крестный ход по пути прибытия царственных страстотерпцев совершат сегодня верующие. Ожидается, что в нем примут участие несколько сотен свердловчан и тех, кто приехал на царские дни в Екатеринбург из других городов и стран. Крестным ходом люди отправятся в ночь со вторника на среду от храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме, построенном на месте обнаружения останков царской семьи.